Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Angry Birds 2. Давненько я не заходил в нее, и птенчик у меня голодный уже практически хочет уйти. На, кушай, кушай, родной мой. Ох, какой довольный он. Я специально, ребят, не понимаю уровень нашему птенчику. Потому что если я подниму, например, до второго уровня, да, он у меня уйдет. А так он будет со мной. Так, что такое? Выберите, какой птице дать перья. 500 перьев, да? Какой птичке нам с тобой дать? Ух, ребята, я, наверное, сейчас потерял скилл. Будем смотреть, что у нас с вами будет получаться по меткости. Я даже забыл, кто у нас присутствует в данный момент в команде. Ну, давай поставим, например, бомбу. Да. Пускай будет на нем пока. Все? Окей, так, вот. Что тут, елки-палки? Что тут начинает давать? Так, сундук. Что у нас тут в сундучке? Давай-ка мы, наверное, быстренько глянем. Играть. Башня удачи, да. В башню удачи надо обязательно сыграть. Ага, 11 гемов. Шикарненько, давай дальше. 25 каких-то жетонов. Яблоко. Блин. Да чтоб тебе, у меня даже, ребята, нету гемов, чтобы расплатиться с ним. Хотя у меня были гемы. Что-то я, ребята, обманул вас всех. У меня там были они. Приготовься к битве. Так, магазин шляп. А что я могу приобрести за 90 бусинок, извини меня? Да ничего. Тут вот сундук зато могу открыть. А ну-ка се. Да ладно, ну всего лишь 10, ну... 10, так 10, ребята, будет у нас 100. А за соточку я могу что-нибудь? Волшебное, так, редкое. Ага, минималочка 500, не хочешь? А тут сколько? Ну вот здесь вот я могу и приобрести. А давай, наверное, мы лучше... Вот. Вот, как раз для него, для его головы. Для огромной такая маленькая кепочка. Ну что, друзья мои, так, что у нас тут? Тебе подарочек. Спасибо, заберем. И что нам здесь выпадет? Ну-ка. Слушай, что это за монетки, друзья мои, такие начались? М? Что я за них могу купить? Скажи-ка мне на милость. Я не знаю, если честно. Со временем, наверное, узнаем. Так, бесплатно. Давай, конечно, получить. Вот здесь вот 50 перьев. Продолжить? Нет, не будем смотреть рекламу с тобой. Я просто хочу, ребят, уже побыстрее начать биться, драться, воевать. Я не знаю, что там еще делать можно. Где у нас основная компания? Это вот это, по-моему, если я не путаю. Там у нас еще арены плюс испытания. Я не знаю, на Хэллоуин что-нибудь они придумали? Какой-нибудь ивент или какие-нибудь новые наряды? Это все нужно будет смотреть. Ну что так долго грузишься, ай? Так, мы получили подарочек с вами от Мортиса. Ну что, мы с тобой на 156-й миссии. Поехали. Будем потихонечку приступать. Ох, ребята. Лишь бы не дрогнула рука. Сейчас надо будет опять эту меткость восстанавливать. Так, что мы с тобой возьмем? Ну давай возьмем перчик, пожалуй, и уточку. Угу. Так, каменные постройки. 4 миссии. Ну, в принципе, эта птичка как раз нам здесь должна отлично зайти. Давай, 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 давай. Вот. Ну, совсем чуть-чуть не хватило, да? Нет, не хочет падать. А это такой... Куда он полетел, а? Ну что, давай попробуем, наверное, толкнуть. Ага, ага. Слушай, а куда он полетел-то? Я что-то... А, все, он разбился. Он разбился. Так. Слушай, ну здесь один. Давай попробуем пробить. В плане! Твою же налево не сработало, друзья. От Матильды-то здесь будет толк. В принципе, нам нужно только вот эту вот свинюшку, да, которая здесь наверху. Есть. Ну! Блин. Немножко, конечно, обидно, чтобы вот, вот эту вот свинью подбить, нам придется тратить. Ну, зато прошли. Ладно, переходим на следующий этап.
И тут посмотрим, что у нас. Деревянные постройки, это уже хорошо. Давай уточек применим. Ну-ка. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Вот-вот-вот-вот-вот. Блин, ну надо же, а. Один Хариус остался у нас тут живой. Блин, неужели мне надо... Придется тратить птичек моих. Моих маленьких весельчаков. Выполнено. И переходим с тобой на следующий этап. И здесь кто у нас? Покажите мне, пожалуйста. Угу. Если мы с тобой вот это начнем рушить, да, оно будет ломаться. Тут еще, видишь, цветок есть. Давай попробуем с тобой взять Тернса и, наверное, его туда зашвырнуть. Вот. Ракетушка полетела. Давай-давай, Тернса, цветочек. Вот было бы прикольно, если бы цветок этот взял бы Тернса и плюнул бы. Вот это было бы шикарно. А что я тут могу сделать? Могу только лишь одно предложить. Вот так вот толкануть. И надеяться, что... Ну, есть. Шлепнули мы там ту свинюшку, которая там сидела. И у нас остается последняя миссия. И я ее с удовольствием буду проходить. Победа птиц, конечно же, победа. Что у нас тут? Оу. Так, ну если я, предположим, возьму бомба. И вот так. Ага, к примеру. Блин, немножко не получилось. Слушай, а если я возьму уточек? Посмотрим, ребята, что у нас тут из этого выйдет. Твою же налево, нам чуть-чуть не хватило. Блин, как же быть? Матильда, если только. Ну, давай попробуем. Попробуем. Видишь, вот этот вот. Ага, все, ребят, готов. Я думал, что он выживет. Нет, мы с тобой здесь выиграли. Отлично. Отлично, потому что мы с тобой дальше проходим. Ну что, 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 давай, давай. Конечно же, победа за нами. Тернс такой недовольный стоит. Смотрит, а что я сделаю? Да надо же. А, это подписчик. Я уже хотел сказать, я на первом месте, ага. Конечно. Ну, а мы с тобой переходим. Так, не надо мне вот это вот. Мы с тобой переходим на 157-ю миссию. Кстати, вот тут нас ждет сундучок. Ну что? Поехали. Конечно же, будем приступать. Выберите заклинание. Давай, нет, орла я трогать пока не буду, он нам пригодится. Давай я возьму, наверное, заморозку. На всякий случай, да? Блин, а вот тут сложно. Что мы сделать можем? Могу, в принципе, взять бомба. И взорвать его, верно? В принципе, верно. Так, смотрим. Фигня получилась. Цветы вообще ничего не сделали. Не плюнули. А этих брать тоже, я думаю, бесполезно. Весельчаки здесь не нужны. Давай возьмем лучше Матильду. И попытаемся. Хотя, мне кажется, это не лучший вариант. В плане, я даже, блин, не успел ничего сделать. Как так-то? Бомб, пошли. Опять твоя очередь. Есть. Слушай, ну тут-то уже... Уровней намного больше. 5. 5 уровней. Мы уже с тобой потратили 3 птички. Так, а вот здесь вот заморозка. Золотая свинья. Здесь надо брать весельчаков нам, скорее всего. Ага. Да ну серьезно, что ли? Ну... Давай, 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 давай. Ага. Блин, ну все равно это меня почему-то не радует. Если мы с тобой возьмем Реда. И вон там дунем. Обалдеть. Дунули тоже мне. Давай, уточки. Выручайте. Ну, в принципе, друзья мои,
Неплохо. Вот единственное, что вот здесь, конечно, не смогли пробить мы. Это сделает Тернс. Причем в легкую, да? Бух, раздавил там всех к ядрень фени. Очень мало птичек у нас, а, как видишь, заданий. Еще 3 штуки впереди. Ну, это хорошо. Тут очень мало, ребята, у нас. А, наверху еще. Если я возьму Реда, бомбану сюда. Оно пока чнет. Ну, давай попробуем. Так. Блин, а вот здесь-то придется подбивать. Ну что же, давай попробуем. Блин, подожди, он же, по-моему... Слушай, я не помню. А шарики заморозить можем или нет? Вот я этого тоже не помню. Слушай, по-моему, у нас Чак отлетит. Нет, все отлично. Никуда он не отлетел, пробил как надо. Переходим на предпоследнюю миссию. Предпоследняя миссия нас поджидает. Твою ж налево, все сложнее и сложнее. Слушай, а если мы, в принципе, нашего толстопузика возьмем? Попробуем толкануть, а? Чуть-чуть. Блин. Неплохо, но вот здесь остался один. Перевернись, вылети. Не хочет, не хочет, ребята, вылетать. Ладно, давай так сделаем. Все, в пропасть. Последний. У нас птиц. У нас сколько там осталось? По-моему, одна, да? Ёлки-палки, вот это вы тут замудрили. Ну, давай, во-первых, просто с тобой заморозим все. Может быть, оно так рухнет. Так, ну, в принципе, если мы сюда запустим наших весельчаков, это должно как-то, не знаю, как-то помочь нам. В плане, блин, да быть такого не может, ребят. Ну... Так, ладно, посмотрим сейчас рекламу. Нам дадут птичек. Птичку одну. Тут совсем чуть-чуть не хватило. Кого мне дадут? Чака. Слушай, ну Чак, в принципе, ребятам... Как бы тебе сказать, он может... Ну что за зависло там все? Он может мне помочь, если он... Вот так вот. Ну, придется нам с тобой тратить гемы. Никуда не денешься, придется потратить. Давай. Это хорошо, что они у нас вообще с тобой были. Я давно не понял, почему у нас наши, извини меня, весельчаки до туда просто не долетели. Смотри. Ну это же фигня получается полнейшая. Хотя, погоди. Погоди, погоди, погоди. Отлично. Да, ну 60 гемов я потратил. К сожалению. Новый рекорд. Ну 100% я даже его не побью. Меня вообще здесь нету. Ребята здесь получают по 59 миллионов. Как он умудряется 59 миллионов получить? Я не знаю, ребят. Это у него, наверное, прокачанная там птичка. Офигенный бонус капает. Ну, я имею в виду умножение. Только в этом случае. Так, подарок получен. Спасибо большое, Мортис. Подарками меня заваливает. Так, ну, а мы с тобой переходим на... Слушай, это же босс, по-моему, или нет? 158-я миссия. Слушай, тут надо хорошенько уже, наверное, затариться. Я думаю, возьмем... Перчик с тобой, да? Перчик возьмем и уточек. Вот так вот. Сколько здесь заданий? 6. 6 заданий, ё-моё. Можно, в принципе... Нет, перец я не хочу, ребята. Начнем, наверное, вот с этого. Будем толкать сейчас с тобой. Вот так. Давай, 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 давай. Ох, ё-моё. Слушай-ка. Вообще идеально. Вот этот, если еще погибнет... Если он разобьется, будет вообще идеально. Давай, давай, прям над пропастью, пожалуйста. Ну. Все, ребята, здесь прошли. Следующая миссия у нас.
Так, одна круче другой. Слушай, ну здесь смотри, если пробить шарики, это все рухнет. А я попробую уточками. Ну-ка, давай рискнем. Давай, 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 давай. Оу. Как так-то? Ну как такое может быть? А, перец тратить. Давай перец потратим. Блин, ну почему не вот сюда, не вниз? Трындец. Не хватило этого. Слушай, а как туда быть? Как мне тогда здесь сделать? Ну этого-то ладно, я, предположим, подобью. Вот таким вот образом. А вот здесь-то как? Терренсом, что ли? Наверное, Терренсом придется. Они издеваются. Поехали. Есть. Фух. Птиц очень много потратил, конечно, на этом уровне. Так, а вот здесь прикольненько. Мне нравится. Толкунчика, наверное, возьмем, да, с тобой? Залетим туда, вовнутрь. Давай, 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 толкай, 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 толкай. Твою же налево. Совсем чуть-чуть не хотела. Так, бомб. Что может сделать бомб? Вот попробуем. Ну, падай. Трындец, что за непруха-то, а? Ну, Матильда теперь, естественно. Вот так. Так, хорошо. Одну птичку с тобой все-таки мы успели вернуть. Так, и у нас с тобой еще три миссии. Угу. Ох, ё-моё, что тут намудрили-то? А если я сосулечку? Ну-ка. Давай, 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 ломай тут все. Только лишь вот из-за этих придется, а, ребят, ну посмотри. Вон там один, видишь, стоит у нас. Ладно, были неплохие у нас тут погромы. Предпоследняя миссия. Опа. Так, у нас три птички. Слушай, как мне, например, вот здесь вот сделать? Если я возьму Терренса. Если я возьму Терренса, да, предположим. Ну, попробуем. Не подобьет он его, надеюсь? Ну, почти, почти, ребята, идеально. Почти идеально, но все равно не то. А мне по-другому его никак не взять. Ладно, давай цветочек сожри. Не туда ты полетел, блин. Извини меня, а как мне тогда его подбить вообще? Как мне его подбить? Нет. Ребята, это без вариантов. Я не могу его подбить, и все. И не получится у меня. Ну, если он даже вот так вот возьмет. Не попал. Не попал, ребята. Этот уровень надо переигрывать. Потому что, ну, я его не смогу подбить. Вообще никак. Нет, я отказываюсь. Да, 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 да. Смеются надо мной эти голухи. Ну, я им сейчас досмеюсь. Я просто переиграю сейчас этот уровень. И возьму... Да вот, возьму... нашего орла. Этого будет достаточно. Так, ну здесь все довольно... Нифига, нелегко и просто, подожди. Вот этого возьмем. Поехали. На. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Так. Ты жив. Выжили, а? Ты посмотри. Так, бомб. Наверное, нам сюда надо с тобой залететь. А там... А там мы с тобой вот так сделаем. Вот.
Блин, все равно, опять же, очень большие траты у нас были по птичкам. Ну все, 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 хорош. Давай посмотрим, что у нас тут. Блин, они постоянно по-разному делают, да, нам? Вот как здесь сделать? Скажи-ка мне на милость. Матильдой? Ну, давай попробуем Матильдой. Зашибись. Попробовали. Да, Теннис, конечно, красавчик. И все равно хоть один, но выживет, а? Вот хоть один, но выживет. Давай, бомбитиш. В яблочко. Это, конечно, хорошо, что в яблочко, но у нас еще, блин. Мне нужен здесь Чак. А Чака у меня нету. Поэтому уточки. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Идеально. Ребята, разбомбили все здесь в пух и прах. За счет одного заклинания. Так. Тут у нас. Тут как-то надо придумать. Если, например, возьму... А, да, в принципе, им как раз и можно будет. Ну! Да, блин, вы издеваетесь, а? Как вот этот голодранец выжил? Вот так... А, нет, подожди, подожди. Все. Чисто фартово получилось. Слушай, ну пока живем, ребята, живем и очень неплохо себя чувствуем. Так, тут у нас что? Тут Чак. Тут нам как раз пригодится Чак, да? Если этот цветочек нас поймает, он нас выплюнет. Ну, попробуем. Только не туда, он нас выплюнул. Вот что я хочу сказать тебе. Так, тут я боюсь врежусь, блин. Ну-ка. Слушай, последнее задание у нас с тобой. А птица у меня, по-моему, тоже там одна осталась, да? Сколько птичек? Покажите мне, пожалуйста. А, нет, ребята, не одна. Что-то я тут попутал. Если мы сдуем, опять же хочу повторить. Давай, 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 давай. Ну. Ага. Трындец. Ну как так-то? Нет, тут, наверное, проще сделать орла применить, ребят. Все, сдуем сейчас. И Тенниса вернули. Я бы просто не смог, ребята, подбить вот здесь вот крайнего. Я больше чем уверен. Я бы до него не достал. Поэтому мне пришлось истратить орла. Так, я получил еще яблочко. Ну что же, друзья мои, мы с вами переходим на 159-ю миссию. А на 160-й нас будет поджидать уже босс. Ну, боссы, как мы знаем, довольно сложные. Поэтому туда, наверное, мы все-таки возьмем с тобой орла. А вот здесь надо... Блин, я не знаю, давай ничего не будем брать. Приберегем пока. Попробуем пройти так. Значит, если мы с тобой здесь подбиваем, он начнет падать, этот цветочек будет бомбить сюда. Значит, наша цель вот эта вот фигня. Попытаемся. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не то я, конечно, хотел. Хотя, подожди. Эх, чуть-чуть не хватило. Блин, чуть-чуть не хватило. Хотя, постой. Постой, постой, постой. Ребята, на самой последней секунде. Ты сам видел, что получилось. Так, ладно, блин, нифига тут миссий. Шесть миссий, ё-моё. Так, ну здесь однозначно нужен Чак. Если я даже внизу пробью. Там взрывчатка, да? Попробуй. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Взрывчатка не сработала. Так, вернулся к нам опять же Чак.
Слушай, а если весельчаков взять, они смогут там пробить? Давай проверим. Давай, 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 давай. Есть контакт. Шикарненько. Ну что же, победа птицы. Мы с тобой двигаемся дальше. Ух, какая постройка, как раз для Чака. Но нам дает с собой бомба Тернса. Слушай, если я, например, навесиком. Фигня, да, получится? Конечно, фигня. Давай бомба возьмем. Бомба возьмем, он здесь взорвет, по идее, да? Да. Ну? Блин. Я думал, что этот цветочек будет наверх плевать. Нифига подобного. А вот тут-то как сделать? Блин, тут взрывчат. Ну, давай попробуем. Бред. Бред какой-то. Значит, надо было все-таки Терн собрать с самого начала. И все бы у нас вышло бы. Блин. И птичку нам не вернули. А три миссии еще впереди. Ну что ж, давай смотреть, что здесь у нас. Йоу, красота. Так, этого подбить. Тут цветочки, они начнут плевать. Это должен вот сюда вот плюнуть, да? Хм, и как нам сделать? Шарик просто лопнет. Ну? Давай, 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 давай. Вы сейчас издеваетесь надо мной. Ред, ну ты хоть не подведешь? Е! Ред нас не подвел. Слушай, еще две миссии. Еще две миссии, птичек мало. Заклинаний нету. Так, 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 так. Если я, предположим, толстячка влуплю вот сюда вот. Посмотрим. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Так. Трындец. Не то совсем, не то я хотел. А здесь вот как сделать? Вот, предположим. Вы издеваетесь, что ли, блин? Ну ты смотри, что получается. Ё-моё, ну ладно. Другого выбора все равно нету. И остается у нас всего лишь одна птица. А я заклинаний никаких не брал. А, тут же еще бо... Это же с боссом, по-моему? Нет, 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 ребят, нет, тут босса. Это следующая миссия будет с боссом. И как ты, извини меня, я здесь должен пройти? Через цветок, через вот этот вот. Получается, да? Ну давай посмотрим. А-а. Даже, ребята, и рядом не стояло. Блин, не хотелось бы перепроходить. И кто это? Бомб. Слушай, ну бомб еще куда не шло. Так, давай вот сюда вот мы. Ну что за... Что зависло, эй? Это бывает, ребят, периодически. Так, смотрим. Оу, слушай, ну мне птичку вернули, хотя бы одну. Ну-ка. Если сюда, он бомбанет. Подожди, подожди, он там шатается, шатается. Блин, нифига. Нифига не выходит. К примеру. Так, плюнет. Есть. Да, ребята. Прошли, господи, чудо какое-то просто. На последних микронах. Да, друзья мои, ну а сейчас-то будет босс. А с бо... Ты смотри-ка, я занял 3-е место. Это надо отметить. Никак иначе. Да, будет серьезная битва. Сложная. Я возьму сюда, наверное, побольше заклинаний. Возьму орла. А, тут же нельзя брать заклинания. Все, я вспомнил, ребята. Губишки-то раскатил, ага. Ну что, Матильда? Надо как-то... Вот так вот. Йоу.
Я сам даже не ожидал, что так получится. На изи. Страйк. Угу. Дальше. Дальше, ребята. Так, с зонтиком, да? Как-то тут немножко странно. А что я должен сделать? Ну, если, например, толкану чуть-чуть. Чуть-чуть. Попробуем. Так. Ну-ну-ну-ну. Да ладно тебе. Не сработал фокус, друзья мои. Тернс, Тернс-то, конечно, там раздавит все это, понятное дело. Мы его хотя бы вернули, уже плюс. Так, ну что, давай, родной мой. Бомби его в яблочко. Так, третья миссия. Ох, ничего себе, тут они понаставили мне. Ну что, ты готова у меня, ласточка моя? Ласточка-то моя, блин. Рискуем. Обалдеть, рисканул тоже мне, а. Чушь какую-то сделал. Просто сделал чушь. Давай, цветочек. Вот так вот. Ну что же, мы дошли до босса с тобой. Но у нас... Блин, птичку не вернули, а. Давай смотреть, где тут босс и что он будет вообще делать. Где он находиться будет. Так, повар. Ага. Повар. Нам нужно с тобой, чтобы он упал вниз, верно? И этот еще там стреляет. А как мне сделать, чтобы он вниз упал? Но если я, предположим, его толкану даже чуть-чуть. Как-то надо вот так вот что ли сделать. Да ну! Я, блин, не так хотел. Трындец, придется, наверное, его взрывать тогда, что ли, чтобы он оттуда вылетел. Давай, 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 давай. Вот так. Блин. Тернсом теперь, что ли? Поехали. Во. Тернс, ты будешь падать, блин? Нет. Он не хочет падать. Ну и как мне его, блин, подтолкнуть-то, а? Давай, 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 давай. Да, блин, ну этим-то я точно не смогу уже ничего сделать, а. Все, я смог, все у меня получилось. Кто-то будет знать, как наезжать на птичек. Да, друзья мои, сегодня был эпичный бой у нас. Но, тем не менее, мы победили. Так, подарочек получили от Мортиса. Мортис меня просто засыпал этими кристаллами. Так, опа, сундучок, вскрываем. Отлично. 161-я, ребята, у нас с вами миссия будет. Но я, наверное, думаю, что мы будем уже заниматься ей в следующей серии. Сейчас посмотрим, какие у нас тут еще награды накопились, если накопились. Так, я вижу, у нас тут сундучок. Ну, давай глянем, фиг с ним. Так, давай выбирайте, вот это возьму. Слушай, 75 жемчужин, неплохо. 75 жемчужин. Так, турнир уже начался. Постарайся не пропустить следующий. Шумные разборки какие-то. Так, опять Мортис. Только Мортис мне и отправляет подарки. Спасибо тебе большое, Мортис. В плане, не хочу я жаловаться на него, вы чё? Так, забрать, используйте заклинание. Ага, 20 гемов. И еще в копилку. Заберите купон с самоцветами. Так, посмотреть видео. Слушай, подожди, а где, какой купон, я не понял. Здесь я могу просто открыть сундук. Без всяких купонов. Вот это хочу. Так, еще 10 бусинок. Окей. Предположим. Так, дальше что? Ага. Забираем.
Соберите... Блин, где этот купон-то, я не могу понять. Ага, спасибо тебе большое. Конечно. Тут у нас, смотри, всякие испытания, ребята. Как-то я не знаю. Надо будет, наверное, сделать в следующей серии не просто проходить с тобой, да, основную сюжетку. Ну, а побегать по испытаниям, да, немножко. Хотя... Тернии Терренса, воскресенье. Слушай, а вот это что за медали? Ребята, если кто знает, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Я не могу понять, куда их потратить можно, а? Вот эти вот монеты. Это же, я так понимаю, монеты Хэллоуина. Магазин-то где здесь у нас? Магазин. Может быть, вот это вот? Нет, это не то. Подвиги. Так, улучшите рогатку 10 раз. О, 5000 перьев. Победить на арене 15 раз. У меня только 13 побед. Используй заклинание 250 раз. Я только 205. Всем птицам получить уровень 9. То есть еще двум птицам осталось, да? Открыть обычных сундуков 100. Я 71 только открыл. Заходить в игру 60 дней. Я 42 дня заходил. Так, взорвать свиней 10 тысяч. Так, посмотреть 200 видео, я 123 только... Ну, тут, ребят, есть еще очень много достижений, подвигов этих. Так что есть к чему стремиться. Ну, а на этом я буду заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!